Хочу сфотографировать тебя. Меня. Да, хочу сфотографироваться, давай. Помнишь, рассказывал о Саре, талантливом фотографе? Отец, влюбишься в нее. Отмечаем что-то особенное? Доброе утро. Люблю тебя. И я тебя люблю. Эта девушка хороша для тебя. Убираю в двух домах. Не проще ли было бы собраться вместе? Райден, самое ценное у меня. Узнала об особых чертах ее личности. Не разговаривай со мной так. Сара? Что с фотографией? Все время кажется кривой. Сара? Сейчас уходи. Вон из моего дома. Мы родители Макса. Он здесь? Не видел. Может, ушел, не предупредив. Что ты сделала? Знаешь, сколько уходят из дома? Исчезают навсегда. Не хотят быть найдены. Совсем не мой сын. Не должен учить тебя. Совпадений нет. Что ты говоришь? Я не знаю. Сара? Райден умер в результате несчастного случая. А новый парень исчезает вскоре. Что ты сделала с сыном? У тебя плохие намерения, нужно беспокоиться.